Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как правильное питание может изменить вашу жизнь к лучшему. Приготовьтесь узнать о том, какие чудеса происходят в нашем организме, когда мы начинаем заботиться о том, что мы едим. Мы все слышали, что правильное питание важно, но давайте рассмотрим, почему это так. Первое и, пожалуй, самое важное – это здоровье наших органов. Каждый день организм работает на полную мощность, чтобы поддерживать нас в активной жизни. Когда мы питаемся правильно, мы предоставляем нашим органам все необходимые питательные вещества для оптимальной работы. Например, сердце благодарит нас за овощи, фрукты и омега-3 жиры, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний. Кальций для костей, железо для крови, витамин С для иммунитета – все эти элементы необходимы нам ежедневно. И не забывайте о воде. Гидратация играет ключевую роль в правильном функционировании организма. Но наше питание влияет не только на физическое, но и на наше эмоциональное состояние. Когда мы употребляем свежие, натуральные продукты, наше настроение становится лучше. Мы чувствуем себя бодрыми и энергичными. И не стоит забывать о психологическом аспекте, правильное питание укрепляет наше самоуважение и уверенность в себе. Когда мы заботимся о том, что едим, мы демонстрируем заботу о себе. Так что же мы должны есть? Овощи, фрукты, злаки, белки низкого жира, натуральные жиры – это основа здорового рациона. А вот и простой рецепт здорового завтрака – овсянка с ягодами и орехами, стакан свежевыжатого сока. Помните, правильное питание – это не расточительство, а инвестиция в ваше будущее. И не стоит вносить радикальные изменения сразу, маленькие шаги к здоровому образу жизни делают большую разницу. Помните, ваше тело – это ваш храм, и позвольте ему быть здоровым и сильным. До скорых встреч, друзья! И помните, что ваше здоровье в ваших руках. Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на наш канал и оставить комментарий о том, что для вас означает здоровое питание. До новых встреч!